Около 500 малышей ежемесячно появляется на свет в Видновском перинатальном центре. Пальма первенства все время переходит от мальчишек к девчонкам. Но в основном лидерство на стороне сильного пола. Даже в женский день врачи знают, каким сюрпризом готовиться. Рождаются в этот день мальчики большее количество, потому что я так думаю, что специально, чтобы их было больше, и они больше поздравляли женщин, и чтобы у женщин были подарки, а ни одна женщина не осталась без внимания в этот день. По давней традиции в женский праздник всегда дежурят мужчины-врачи, а в отделениях и на рабочих местах коллег-женщин будет много цветов. Улыбки, праздничное настроение – обязательные условия для хорошего настроения самых красивых и любимых. Праздник 8 марта, он, конечно, ассоциирован с тюльпанами, с весной и всегда с хорошим настроением. Независимо от того, где мы работаем, в реанимации или где-то в интенсивной терапии, все равно настроение хорошее. Это настроение мы хотим передать нашим мамам, поэтому и мамам всем дарим цветы. Они должны почувствовать себя тоже и женщиной, что они не обделены вниманием. Елена Трифонова работает врачом-неонатологом уже больше 30 лет. Заведующая отделением, где выхаживают хрустальных деток с экстремально низким весом, как никто другой знает, что в ее профессии праздников не бывает. Мы работаем круглосуточно, потому что люди болеют, к сожалению, круглосуточно, и деточки наши тоже болеют, и возле них надо стоять круглосуточно. У нас все врачи, все медицинские сестры, средний персонал, я считаю, что мы как бы еще такие психологи, потому что работать вот с этой парой мама-ребенок нужно, конечно, иметь очень такую психологическую именно закалку, чтобы вот это выдержать все. Свой юбилейный 55-й день рождения доктор Трифонова отметила и с коллегами, которые давно стали ее второй семьей после переезда из Томска 7 лет назад. Вместе празднуют и работают, передавая накопленный опыт от одного заведующего отделением к другому. Она приняла мою эстафету, и сейчас она прекрасно работает уже 7 лет на этом посту, и прекрасные результаты показываются. Наши дети, мало того, что мы научились выхаживать и маловесных, тяжелых детей, всякие бывают ситуации, но самое главное, что эти дети здоровы. Рождение ребенка – это трепетное событие. Врачи помогут не только справиться с этой важной миссией, но и подарят весеннее настроение в самый женский день. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.